однажды купил в магазине с куцым хвостом полосатый арбуз. Мы честно на всех его поделили, он был удивительно сладкий на вкус. А после у мамы живот появился, скушала мама арбуза кусок. Он где-то внутри у нее зацепился, он где-то внутри у нее зацепился и задержался на длительный срок. Наша мама знатный статус носит, мама XXL арбуз. Как случилось это и зачем? Больше я арбузов не ем. Мама к врачу теперь ходит и ходит, врач говорит ей, все скоро пройдет. Арбуз, мол, из вас постепенно выходит, но кажется мне, что он в маме растет. Наверное, ему там тепло и уютно, живет в животе он, не зная забот. Мама, шепнув ему доброе утро, мама, шепнув ему доброе утро, нежно рукою гладит живот. Наша мама знатный стал статус носит, мама XXL арбуз. Как случилось это и зачем? Больше я арбузов не ем. Отец на руках теперь мамочку носит, словно свою ощущает вину. Как ваши дела, он у мамы спросит и ухо приложит к ее животу. Вот так мы однажды поели арбузом, но худо не может быть без добра. Когда вдруг у мамы исчезло пузо, когда вдруг у мамы исчезло пузо, то вдруг у меня появилась сестра. Наша мама, знатный старик.